Сирень. Легенда о сирене. Сирень и цвет волшебный. Скоро весна. Природа оживает. Весной сирень с цветущими красивыми цветами радует людей своим ароматом и красотой. Родина сирени – Азия. В Европу этот красивый кустарник попал 400 лет назад. И сегодня почти повсеместно можно встретить это красивое растение. Существует несколько легенд о происхождении сирени. Одна из них – балканская легенда. В ней говорится о том, что люди издавна поклонялись богам, но однажды по какой-то причине они очень разозлили божество, и тот решил наказать людей. Он послал на землю дожди, которые не прекращались, заливая все на земле. Люди, спасаясь от потопления, поднимались на возвышенности и горы, а вода все прибывала и прибывала, и уже осталась только одна высокая гора. И тогда один смелый юноша бросился в воду, умоляя божество забрать его жизнь и спасти жизни людей. Божество восхитилось таким поступком юноши и сжалилось над людьми. Дожди прекратились, вода ушла. Он пощадил юношу и не забрал его жизнь, а в знак своей милости покрыл всю землю цветущими кустарниками, сиреневыми цветами. Это была сирень. Другая легенда о сирене – Древней Греции. И в Греции люди поклонялись богам. Однажды бог лесов и лугов по имени Пан гулял по земле, и у берега реки он увидел речную нимфу – сиренгу. Она была красивая. Пан захотел подойти к ней и поговорить, но сиренга испугалась его и побежала. Пан помчался за ней, и как только он ее догнал, прекрасная нимфа превратилась в красивый цветущий куст. Это был куст сирени. Именно имя сиренга и дало название сирени.